Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 14 января. В этот день, в 1814 году, открыта для публики императорская публичная библиотека. Открытие состоялось в торжественной обстановке. На праздничном акте присутствовало около 200 человек. Среди них выделялись поэт Державин, художник Кипренский, филолог Востоков, архитектор Стасов. После короткого слова директора письмовыводитель библиотеки надворный советник Красовский зачитал рассуждения о пользе человеческих познаний и о потребности общественных книгохранилищ для каждого благоустроенного государства. Затем поднялся Гнедич, он произнес пылкую речь о причинах, замедляющих успех нашей словесности. Крылов прочел написанную для этого случая басню «Водолазы». Открытие публичной библиотеки, по словам Пушкина, совпавшее со временем славы и восторга, было замечено всеми петербургскими газетами. Публичную библиотеку называли общенародным хранилищем, и посещать ее имел право любой, независимо от чина и звания.